Здравствуйте, друзья. Воздуха наберите. Супергерои, которые в одиночку уничтожают танковые роты и прорывают оборонные рубежи. Выстрелом из РПГ уничтожил 29 националистов. Быстрее 4 вражеских наводчиков. Застал врасплох группу диверсантов. Уничтожил 5 замаскированных расчетов тут же. Убрал с пути тонны взрывчатки. Точным ударом сорвал планы врага. Обезвредил 35 иностранных мин. Сходу прорвал рубеж оборон. Сохранил связь. Ну, по нему видно, с кем он связь сохранил. Эвакуировал 1000 раненых. Так потерь нет, раненых нет, откуда? Выиграл неравный бой. Спас боеприпасы товарищей. Причем боеприпасы в первую очередь написаны. Герой России. Первым заметил врага. Показал противнику тактический мешок. Предрешил исход боя первым выстрелом. Герой пошел на таран. Одним ударом уничтожил танковую роту. Новый Джеки Чан. Если что, чисто на кулаках. Завладел небом Украины. Я понимаю, что это значит, но все равно прикольно. Сходу отбил населенный пункт националистов. Вот это вот точно герой. Оживил боевую машину на поле. Нет, если он ее оживил. Вот тут я даже не буду спорить. Уничтожил врага 3 выстрелами. Грамотно определил приоритеты в бою. Герой. Одним ударом уничтожил танковую роту. Сомнений не вызывает.